Я индивидуальный предприниматель. С 98 года осуществляю предпринимательскую деятельность в павильоне «Шиномонтаж», расположенном по адресу Матросова, дома 96, Ленинского района. В 2013 году при продлении разрешительной документации обманным путем в управлении развития предпринимательства обязали меня заключить договор по несуществующему адресу и цене несуществующего объекта. Сказали, что все пересмотрят, но не пересмотрели, как потом уже выяснилось. Значит, и буквально вчера я получила извещение о сносе, о принудительном демонтаже моего объекта. Обращаюсь к мэру города, к губернатору, к президенту. Дайте мне честно работать. Я хочу работать на законных основаниях и платить налоги городу.